текущем процессе на смычке. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Так выглядит моя работа на текущий момент. Осталось совсем немножко. Вот здесь я вышиваю сейчас дорогу. Знаете, интересно, в принципе, я думала, что вот, я бросила, потому что дорогу мне интересно вышивать, вот эти серые цвета. А потом я просто от бабочек перешла к обратно к этой вышивке, и очень классно все пошло, прямо по схеме, какая штучка попала. Ну вот, очень симпатично все, первый лист я уже вышила. Вот так будет выглядеть работа целиком. То есть это вот место, где я сейчас остановилась. Мне остался еще мустик и вот эти перильца и ножки у кота. Я еще хотела сказать про то, что бэкстич у меня оторвался, пока я работу туда-сюда таскала, и я его, наверное, перешью. Вот такая вот мордочка замечательная. На 23 сантиметра будет работа. Вот так моя схема выглядит. Я ее зачеркиваю маркером. Вы знаете, я просто белый свет увидела, когда начала зачеркивать, потому что садишься с одной работы на другую и совершенно забываешь, где ты там что-то вышивал. Надо сидеть 15 минут соображать. А так вот быстро все получается. Органайзер паковский у меня для этой работы используется. Вы знаете, со временем вот дырявятся вот эти вот поролоновые основания. И поэтому я думаю, что в конце он придет негодность через некоторое время. И не знаю, насколько вот рентабельно это. Думаю, что своих денег он не стоит. Вот. И вот так вот еще раз покажу картинку, как будет она выглядеть. Вот моя реальная вышивка. Показываю еще раз целиком. Извините, что темновато, но мне как-то странно фокусируется фотоаппарат, когда попадает маленький кусочек солнца на стол, он фокусируется по самому светлому пятну, поэтому остальное все темное. Ну вот так выглядят мои крестики. Вы знаете, я думаю, что они красиво выглядят благодаря качественным ниткам. Во всех работах новой слободы используются эти нитки Аврора, и они меня просто устраивают. Ну, на этом буду заканчивать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Смотрите новое видео. Пока-пока.